Мои дорогие, решила снять Туркестан. Прошло немного времени от первого видео. Туркестан, плитки. Вот так вот, для влог Марии Милек даже написали. Это данные в Бишкеке. Можете позвонить, заказать. Вот, они вам... Если большое количество, они вам привезут. Да. Ну что, попробуем Туркестан. Плитки, да? Но оно тверденькое. Мне отлучить с этого кусочка, наверное, будет нелегко. Вкус просто пыльный. Жирненький. Во рту собирается практически в единый комок. Вкусный, очень вкусный. Так, чилерим, насосамыз, мерабалар. Туркестан плитки. Здравствуйте, дорогие, может, я забыла даже поздороваться. Господи, вся такая немножко в делах, извините. Туркестан плитки, тады топрахко. Воды, топрах коку, чук яхлы, бана гюре, взяй. Не хочет. Можно я посмотрю, сколько сюда? Мучить меня. Сердце. Но у него вкус. Он сливочный. Как будто маленько сладковатый. Ну, залипает. На все 100. Вкусная сливочная масса.
Она без мусора. Такая чистенькая. Тугая масса. Запах. Супер. А масса супер тугая. Слушайте, там плитки. Настоящие плитки. Твердые. Но вкусная. Ады, Туркестан плитки. Çok güzel. Yağlı. Toprak kokusu. My dear, Туркестан плитки. Вкусно. Как полноценный ужин просто. Угу. Не скрипит вообще. Хороший.
Ну, конечно, залепила. Все. Это надо прямо сейчас. Зубной щеткой. Еще полчаса в ванне. Вот. Спасибо вам, мои дорогие. Это была Тушкина плитки. По просьбе моей подписчицы. Запоздала, правда, с просьбой. Ну, бывает. Вы тоже меня поймите. Хотя запись была вчера, но я ее удалила. Потому что этот микрофон меня довел. Даже какой-то микрофон вчера подействовал на мое настроение. Вот. Пришлось собираться ехать за микрофоном в такой холод. Здесь холодно. Для меня холодно. Це ще гюридром так вчелером. Пепером, севером. Thank you, my dear. I love you. Люблю вас, мои дорогие. Всех вас ценю. Спасибо за лайки. Также спасибо за просмотры. Мы еще с вами встретимся обязательно. Bye-bye. Севером, севером.